как говорится. Если кто-то снял это, то я тоже хочу снять. Вот Tier List Maker. Игрок. Ну, конечно, мы игрок сюда запискиваем. Потому что так захотелось. Вот. Ну, это... Это у нас что? Это страж? Ну, как сказать? Ну, но нормальный? Но, ну так себе. Или норм, я не знаю. Ну ладно. Волк. Ну, волк. Ну как скажем. Если волк, который... Ну, волк, который неприручный, то он как бы сильный. Или норм. Ну... А если приручный, то вообще, потому что он везде отдыхает. Ну, ну, если волк, то значит сильный, потому что он там может убить так. Но это, ну, слабый, извиняюсь, но он вообще не атакует. Это тоже слабый. Пчела. Ну... То, что у нее там отравление есть, ну, кто, ну тоже слава. Вот, это вообще. Ну, норм. Да, норм, потому что он не так сильно так делает. Это вообще. Так. Ну, это кто? Это кошка. О, вот это. Ну, я могу примерно поставить сильный. О, заря... Ну, не-не-не. Это уже все. Это уже так поставить. Вот это... Ну, так себе. Рыба это вообще... Корова. Ну, так. Вот это... Крипер. Ну, как бы, может себе взорвать что-то. Ну, давайте сюда. Ну, нормальные челики. Вот это не так себе. Вот это тоже. Вот это как узнать, то, что если он стрезоцем, то он как бы, ну, ну, давайте, ну, так себе, потому что вообще... Вот это, извиняюсь, но это... Стой, что я делаю? Мне кажется, что вот это, то, что он даже эффект делает, чтобы можно, то есть, долго ломать. Ну, давайте это сюда поставим, потом я подумаю. Вот это. Вот. Можно сказать, то, что это бог. Ну, я не знаю, вот они засмеют, то есть подписчики меня засмеют, то, что если я сюда поставлю, ну, ну, легкий вот, несложно. Ну, ну, давайте, ну, все, пусть говорит. Вот это Слендермен, ну, ну, силен, потому что, ну, во-первых, если посмотреть на него, то он тебе хп много снимает и все. Это что? Это вот это вот... Чем? Которые, если эндерпёрл, то есть, используешь, что он может появиться? Вот это, можно сказать, что он сильный или даже очень сильный. Потому что он, во-первых, видим, то есть, ща, вот таких вот жадин спавнит. Это
Как плохо. Лиса. Ну, так себе, потому что лиса и то курицу убивает. И давайте я ей так сделаю, потому что она вообще не убивает. Это кто? Это кто? Это вот этот вот какой-то визор. Я не знаю, вот. Ну, нормально просто, и все. Курица, ну, курица это вообще бог. Курица это бог. Гаст. Ну, как сказать? Ну, если ну, значит это ну так себе. Если кому-то вот сами делайте видео, сами решайте. Вот это вот спрут. Ну, так себе. Он вообще не атакует. Это херобрин. Ну, это типа игрок, но я не скажу то, что это прям игрок. Ну, это не игрок, это вообще. Нет, не игрок все. Кабан. Кабан. Ну, легкий. Если щит иметь. И грибы. Так я сильно поставлю. Ставим. Ну, так себе. Вот это. Он как бы его хотели добавить, но так и не добавили. Если он там есть, то я не видел, то он там клоны делает своим. Нормально, потому что я его вообще никогда не видел. О, Голем, ну, можно сказать то, что он как бы очень сильный, но не бог, потому что его можно так легко обмануть. Ну, вообще очень сильный. Это вообще, я говорю о том, то, что по силе, по мощности, а я вообще по всем делу. Ну ладно. О, радужная овца. Ну, радужная овца, ну так себе. Лама, ну так себе, потому что она тоже атакует. Лагма слизень. Норм. Это вообще не атакует. Это вообще тоже. Слот. Вот это. Попугайчики. Нормальные челики. Бурта. Ай. Нет, у нас тут все так получается. Ну, брутальный пиглин. То, что у него топор есть. То, что он при золоте так просто не сдается, то можно даже сильно поставить. И я вот это вот тоже поставлю. Извиняюсь, но так просто. Пиглин. Ну так себе, потому что. Ну, давайте норм поставим. Свинья. Вот этого. Ну, давайте мы. Ну, это норм, это норм. Медведь. А вот медведь, он как бы тоже может атаковать. Он как бы сильный. Рыбофугу, ну та, ай, ну вообще не такое, только отравление делает. Нормально тоже. О, это вот убийца-то. То есть, ну есть там кролик. Ну можно, не так себе. Вот это я могу знать, что. Все, тут уже без разницы, тут уже бог. Тут уже бог, можно так сказать. Нет, ну очень силен. Все, я больше ничего не могу сказать. Рыбам. Овца. Вы издеваетесь вообще, блин. Вот это, ну, шалки, ну так себе. О, вот это вот. Ну, нормально.
Что там еще? Не так себе. Этот вот вообще слабый. Слизень. Так себе. Типа такое у меня все получилось. Извиняюсь, что быстро я сделал. Ну все, всем удачи, всем пока.